плане, что он слишком оборотистый. Рядом. Марш-бросочек. Пошли. Что там? Ага. Курица. Подняла. Дай! Догнала. Влад, забери его. На дороге там где-то. Блин, подранок такой, пипец. Давай, Юся, молодец, умница, иди сюда. Молодец, красавица, иди сюда. Стой, хорошо. Молодец, хорошо. Догнала, зайца, молодец, хорошо. Если уход у монополизации, это не такое. Андрей Дебакин. Убил первый, он переворачивается. Для верности накрываю, видно, накрываю. И Андрей стоит, и так тоже басит. Бежит до зайца, поднимается, я кухерячил. Вот такая полоса крови. И побег. И вот туда, блин, до Макара, день. Ушел, да? Собаку надо. Собака была кошмарного. Где ты пошла, Юста? Давай не филонь травку труси, смотри. Давай, ищи там, молодец. Молодец, Юся, хорошо. Так мы теперь балку в обратку гоним? Так она широкая, туда надо заходить. Ну, ты помнишь, сколько там людей было? Коза! Красиво вышло. Она за козой ушла. Догонит. Глянь, блин, на след упала, ушла. О, бежит. Коза вот так в 5 метрах возле меня пробежала. Такой стопудовый был бы. Ты ей простую, ты, может, минералку, я куда ее, все. Это простая. Она все минеральная есть. Привет, друзья. Сегодня предпоследний день охоты на зайца в этом сезоне. Погоды нет. Сегодня уже, не знаю, прошли, наверное, 7 или 8 полей. Прогнали пару балочек, чагарнычки всякие разные. Стерню. В прошлый раз стерня показала себя очень хорошо. С одного поля мы тогда выгнали, по-моему, 12 зайцев. 7 или 8 взяли, но очень хорошо. Сейчас на стерне вообще было пусто. На одной, на второй выгнали там одного зайца далеко, второго по одному там даже стреляли, но тоже мимо. Вот. В конце третьей стерни таки взяли одного зайчика. Вот. Я в одной балочке стреляли несколько человек, я в том числе. Сделали подранка, и моя лайка его догнала и придавила. В общем, добыли мы того зайца. Сейчас уже 2 часа дня. Заканчивать будем скоро нашу охоту. Я первый раз выехал на номер. Вот сижу, жду. Наши ребята идут по озимой пшенице сюда навстречу. Мы только что туда шли, вот по этой же озимке, по другой стороне поля. Подняли 2 зайца уже в самом конце. Одного из них взяли, второй ушел.
хоть под конец поля, хоть что-то. Вот и сейчас, ну, есть шанс, что, может быть, что-то еще подымут. Может быть, на меня что-то набежит. Может быть, ребята в загоне возьмут. Не знаю. Вот, устали, конечно, уже налазились так, что ноги гудят. В общем, как обычно. Вот, вообще, погода паршивая, и, соответственно, и охота, соответственно, такая же. То есть у нас на 12 человек, по-моему, у нас сейчас. У нас пока 3 зайца всего лишь. То есть вообще ни о чем. Да, передо мной выбежала косуля. Такая красивая, крупная самочка. Вот. Но, во-первых, у нас нет лицензии, я ее не собирался стрелять. Красивая такая, в общем, рядышком выбежала. Охотимся строго на зайца. Заяц и лисица. Ждем. Сейчас, может быть, вдруг повезет еще сделать какой-то выстрел. Ну, а если нет, тогда на этом пока-пока. Охотникам ни пуха ни пера, а рыболовам ни хвоста ни чешуи. Если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, жмите колокольчик. Все, пока-пока, до встречи.